Главный вопрос на повестке дня – требования действующего законодательства к работодателям, которым установлена квота для приема на работу инвалидов и несовершеннолетних граждан. С ними ознакомила присутствующих заместитель начальника отдела трудоустройства, профессиональной ориентации и обучения управления занятости населения Минтруда Новосибирской области Людмила Цыганкова. В Новосибирской области установлено 3300 работодателей, которым установлена квота. Они заквотировали 11 600 рабочих мест для приема на работу инвалидов. На этих предприятиях в счет установленной квоты работают 7494 человека. Работодатель имеет право принимать на работу инвалида как самостоятельно в счет установленной квоты, так и по направлению центра занятости. Еще один вопрос семинара – возможности интерактивного портала службы занятости населения. В режиме онлайн участникам продемонстрировали, каким образом работодатель может зарегистрироваться на интерактивном портале, как специалисты кадровых служб могут завести или снять вакансию, отправить необходимые отчеты. Также был поднят вопрос об административной ответственности работодателей, не исполняющих обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов, несовершеннолетних граждан в соответствии с установленной квотой.